На конкурс дети читают стихи. Майхапарова Диана, 8 лет, МБУ, Краснозоркинская начальная школа. Афанасий Афанасьевич Фет. Зреет рожь над жаркой нивой. Зреет рожь над жаркой нивой, и от нивы и до нивы гонит ветер прихотливый, золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, изумлен, что день не минул, но широко в область ночи день объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба, меж заката и востока, лишь на миг смешает небо огнедышащее око.